Итак, друзья, здравствуйте, всем добрый вечер. В Москве 19 часов. Давайте сегодня проведем хорошее время друг с другом и узнаем, что же у нас сейчас происходит. Сегодня буквально я составлял презентацию, вы ее еще не видели, ну или частями видели, где-то нет. Я сегодня утром, знаете, вышел. Рано утром, только-только светает, и такое приятная такая прохлада, у нас еще не минусовая температура. И я вспомнил, как это было у нас в Дубае. Я вообще представил себе вот тот момент, когда я стоял на сцене, когда публика замерла в ожидании, почему-то именно с этого момента начинаются самые яркие воспоминания, самые яркие эмоции. Наверное, потому что до этого мы только и делали, что работали. И в этот день мы почувствовали плоды своей работы, мы почувствовали то, над чем мы так долго трудились. Некоторые сотрудники просто падали в обморок от усталости, потому что работали день и ночь вместе с нами. Ну ладно, мы привыкшие, а люди не выдерживают. Но опять же, я думаю, это их тоже всех закалило и сделало еще сильнее. И вот я сегодня свою презентацию хочу именно с этого графика. Это был тот момент, когда наша компания, наша комьюнити переживала самые яркие, самые радостные эмоции. И я сегодня хочу вам сказать, что мы на пороге того, чтобы пережить эти эмоции снова, чтобы мы добиться, мы стоим на пороге великого вхождения PlatinCoin на рынок. Дело в том, что мы сейчас со всех сторон видим, что где-то кто-то волнуется, у кого-то такое запрещенное слово «паника», хотя паники никакой вообще в жизни не существует, кроме как врачебного диагноза. Мы видим, что на рынке происходит, и вот это волнение, оно все передается, хотим мы этого, не хотим, это передается на всех нас, и будучи во главе компании, во главе комьюнити, во главе бренда, я стою просто и понимаю, что мы не были еще, наверное, никогда настолько сильны, как сегодня, что мы не были никогда, наверное, так близко к нашей цели, как сегодня. И сегодня утром я смотрел на рассвет, на небо, и я понимал, что мы сейчас начинаем тот челлендж, тот вызов, тот забег до мая, который изменит все. Я знаю, что я буду снова стоять на этой сцене, и я покажу вам то будущее, которое наступило. Вот мы мысленно переносимся в май. Я стою на сцене, вы сидите в зале, снова эта пауза, снова мы замираем, и я говорю вам, что у нас вот это готово, смотрите сами, заходите, пользуйтесь, мы начинаем с этим работать. Дело в том, что у нас была сейчас между Дубаем и сегодняшним днем так называемая фаза Proof of Concept. Это доказательство нашей бизнес-модели, доказательство того, что наша стратегия, что то, что мы придумали, что мы, как мы видим развитие, как мы видим бизнес шаг за шагом, работает ли это или нет. Буквально недавно мы смотрели на эту графику. Мы смотрели, когда весь рынок падал вниз, когда вот там была настоящая паника, которая действительно подтверждалась, наверное, клиническими справками тоже. И мы понимали, что все альткоины, все коины, вообще весь рынок летит просто вниз. И, конечно, нам было страшно. Всем было страшно. Но наша стратегия показывала график, цифры показывали то, что мы это запланировали, как мы это стратегически построили, оно работает, потому что этот график, его нельзя обмануть. Он или идет вниз с красными свечами, или он идет вверх с зелеными свечами.
В нашем случае, если мы смотрим слева, биткоин летел просто вниз весь год, ну, с декабря 17-го, по здесь графика ноябрь 18-го. Также и эфир, две сильнейшие криптовалюты, просто монстры на рынке номер один и номер два, они просто шли вниз, и за ними они тянули весь рынок вниз. И мы смотрим на нас, где мы просто идем бочком, 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 но уверенно, стабильно. Конечно, на нас паника тоже немножко отражалась, мы видим эти красные свечи, но вы видите, что очень быстро мы возвращались на свои позиции, и это шло просто. Просто представьте себе этот момент. Это шло 10 месяцев. Причем по нашему графику, по нашей стратегии, мы отдавали в рынок все коины, которые должны были в него попасть. И наша стратегия работала. Мы, если все писали минус, мы писали плюс. Мы видели зеленые цифры. Конечно, со всех сторон возможно любой проект закритиковать. Можно сказать, да ну, это все не так, как оно есть, или да, мы не знаем, как это будет впереди, а мы смотрим, в будущем, наверное, все изменится. Возможно, изменится, а возможно и нет. Возможно, наша стратегия будет и дальше работать. И мы предпринимаем сейчас все усилия, чтобы усилить то, что мы так успешно начали. Теперь мы смотрим, почему мы именно придерживаемся нашей стратегии. Потому что мы видим, что 97% всех участников рынка терпят убытки. Они все теряют деньги, никуда от этого не деться. Кто-то еще заходил в эфир по 1100. Недавно еще он стоил 98 долларов. Представьте, какое падение. Или биткоин тот же. Да практически все коины ушли в минус, ушли далеко-далеко вниз. И так как мы строим не просто коин, а мы строим инфраструктуру, ну, в принципе, в данном отрезке времени курс вообще не играет никакой роли. У нас есть стратегические задачи, которые нам нужно решить, исходя из того, что весь рынок терпит сейчас неудачу. Ну или хотя бы так называемая коррекция, она преобладает сейчас на рынке практически полная и повсеместно. Кроме нас. Нас коррекция не коснулась. Наоборот, вы видели все цифры, которые стоят у нас в CoinMarketCap и на бирже. Ну, здесь происходит абсолютная феерия. Мы увидели то действие на рынке, которое, по сути, к которому мы стремимся. Я расскажу, почему и как это происходит. Мы увидели сейчас, что крипторынок, он беспощадный. У него есть свои правила, и ему без разницы. У него нет никакого сожаления. Он идет беспощадно вниз, и если ты не успеваешь принять правильные решения, или у тебя просто адреналиновая апатия, что ты можешь испытывать хоть сколько адреналина, но ты на это никак не реагируешь, тогда у тебя нервы спокойны. У всех остальных начинается не просто паника, а настоящее, ну, разубеждение в крипторынке. Крипторынок в этот момент потерял, и причем навсегда потерял, миллионы последователей, миллионы пользователей. Здесь очень важно понимать, что крипторынок, он восстановится, никуда он не денется. Вся эта технология, она настолько уникальна, что от нее уже никуда рынок не денется, как интернет. Самые большие компании, как IBM или тот же Porsche или, ну, другие компании, они давно уже внедряют в себя технологию блокчейн. А если есть технология блокчейн, то и криптовалютам быть. Этот факт, его уже ниоткуда не убрать. Но вопрос в другом. А какая должна быть та криптовалюта будущего, которая должна получить свое твердое место на рынке? Какая она должна быть? Какие у нее должны быть свойства? И мы просто сейчас анализируем цифры, мы смотрим на то, что было, на то, что есть и как мы развиваемся. Мы смотрим, что стоило нам включить ту технологию, ту стратегию, которую мы придумали, которую мы разработали, которую мы внедряем, и наши прогнозы начали сбываться. Опять же, сейчас состоит на рынке уникальная ситуация. Уникальная в чем? Что у нас
экстремально ограниченное количество коинов на рынке. И на самом деле это некая симуляция. Если платинкоинов просто не будет на рынке, они будут просто все лежать в этих боксах и минтить дополнительные коины, потому что на самом деле мы сами еще, мы вам чуть-чуть показываем наши технологии, наши лидеры, их 10 человек, они сейчас успешно тестируют боксы, и они, знаете, что делают, когда просыпаются? Они не идут пить кофе и не чистят зубы, они просто смотрят, мигает ли лампочка, зелененькая или красная, не дай бог что-то отключилось, а потом идут в наш блок Explore и смотрят, минтило сегодня или нет. На самом деле, эту игру они будут играть всю жизнь, и 5 лет, и 10, и 20, и дольше. Сейчас, конечно, спросите, как так? Как бокс может прожить 20 лет, или еще сколько, или 40, или пожизненно, или 100 лет? Но это же не серьезно. Итак, еще раз, слышно меня или нет? Прерывается. Теперь есть. Итак, 20, я сказал, что 20 лет, что боксы это, ну, не хочу их называть печатными станками, но в конце концов, то на то и выйдет, что скорее всего в народе и он и получит такое название. Поэтому давайте его потихоньку зарождать, это название. Дело в том, что мы работаем сейчас над такой моделью, чтобы возможно было, чтобы вы просто думаете это, чтобы компания смогла обеспечить бокс, чтобы обеспечить бокс практически, ну, на 10, 20, 40, 50, на 100 лет, и чтобы не выглядеть смешно или неправдоподобно. И все, не могу все рассказывать, но опять же, в этом будет участвовать, ну опять же, хорошо, не буду я вам сейчас рассказывать, а то, секундочку, давайте, иначе мои мысли слишком далеко забегают, и скорее всего, мне не стоит этого сейчас вам рассказывать, но это очень классная информация, секрет супер. Мы такую вещь разрабатываем, и в этом будут участвовать наш... Хорошо, чуть-чуть попозже. Итак, что же мы видим сейчас? Вот мы видели такую картинку. Смотрите, 16 евро. 16 евро на CoinMarketCap. Или вот в данном случае на блокфолио. Теперь у нас мы видим, что мы побили официально 1000%. Понятно, это сейчас считается от скачка и не с самого начала, но это число стоит, его все видят. Дело в том, что наш подход, он уникальный. Он уникальный на рынке, и не все его понимают. Почему мы делаем так, а не иначе? Почему мы ввели ограничения? Почему, ну, например, на эти 3 года? У нас есть ограничения на полное количество коинов. Почему мы вообще вот это все делаем? Дело в том, что за каждым нашим решением стоит бизнес-стратегия. Нужно понимать, что мы бизнес. Мы не благотворительная организация. Мы не какой-то кружок по интересам. Мы бизнес-корпорация мирового масштаба. Мы работаем больше, чем в 100 странах. У нас многомиллионные годовые обороты. Я просто не хочу вам их озвучивать. У нас лидер, у нас просто вот сейчас, даже в последнюю неделю, 61 бриллиант образовался. Мы растем с таким темпом, у нас такие числа сейчас пишутся в нашей статистике, что касается количества регистраций, новых партнеров, средний чек. Практически в 5 раз увеличился средний чек. Вы просто вздумайтесь, в 5 раз увеличился средний чек. И это когда все наши конкуренты, все наши, скажем так, доброжелатели говорят, что нет, платинкоин не продержится и года, и тогда, а мы живем
и процветаем, и ничего нам не становится, мы становимся только сильнее, и больше, и умнее, и полезнее. Мы работаем над тем, чтобы сделать наш коин массовым. Многие об этом говорят, никому это не удается. И нам сложно. Я не говорю, что у нас самая легкая сейчас ситуация, что мы вот просто за что не беремся, все сразу получается наоборот, все дается с боем. Все, везде препятствия, везде колдобины, мы должны через все это пройти. И когда мы проходим, мы становимся сильнее. Просто даже вот вопрос задаете, а почему вот вы должны меня слушать? Вот почему вы меня должны слушать? Ну, может, я что-то не то говорю, я просто исхожу из опыта. Опыт за последнее время я набрал огромный, множество интернациональных выступлений. Мы практически провели коучинг и тренинги более чем 150 тысяч людьми, да, человек во всем мире. У нас, в частности, у меня интернациональные издания ИИИ. Дело в том, что опыт, бизнес, опыт очень большой. Мы поднимаем, просто задумайтесь, 18 дигитальных продуктов. 18, уже даже не 11, 18. Которые, некоторые из них уже лицензированы, некоторые уже в процессе лицензии, которые кто-то создает. И в результате, когда мы будем в Праге, когда мы выйдем, когда вы будете в зале, когда я выйду на сцену, я покажу вам все. Я покажу каждый, вот видите, сбоку там какие-то, я захватил фотографию, это только правая сторона планеты, а есть еще верх, низ и левая сторона, которые не попали в кадр. Это полномасштабная криптосистема, о которой мы заявили, которую мы построим, и в центре которой будет, конечно, стоять наш PLC, наш Platin Coin. Я хочу здесь обратить ваше внимание, что, слышно, сейчас опять пропал звук. Алекс, я тебя слышу отлично, но люди в чате говорят, что нет. Не знаю, вот слышно, говорят, что все хорошо. Давайте, тогда у кого нет звука, ну простите, посмотрите в записи. Ну как, вот я не могу за всех ручаться, что касается тебя. Итак, друзья, я хочу обратить внимание, почему Platin Coin, почему наш бренд, почему наша комьюнити настолько интересна сейчас и для вас, и для новичков, и для всех. Дело в том, что я уже сказал, что мы строим бизнес. Почему это важно? Что вообще такое? Зачем нужен бизнес? Мы находимся в уникальное время. Многим еще это непонятно, но я просто дам вам короткий пример. Например, generation, как сказать по-русски, это поколение. Поколение, например, моих дедушки с бабушкой, да, это крестьяне. Они пахали землю, они собирали сено, выращивали скот, там сдавали колхозу, совхозу и. Это было такое поколение. Поколение, например, моего отца, моих родителей, это рабочие, да, это заводы, это фабрики, строительство и. Наше поколение, смотрите вокруг, все занимаются бизнесом. Наше поколение – это поколение бизнесменов. Поэтому только практически сейчас только в бизнесе можно заработать нормальные деньги, можно заработать те деньги, чтобы обеспечить себя, свою семью, достигнуть финансовой независимости, исполнить свои желания. И именно бизнес, хороший, качественно построенный, прибыльный бизнес, гарантирует вам успех, вам и вашей семье, и, конечно, финансовое процветание. Бизнес бывает разный, он бывает прибыльный, неприбыльный. Многие компании также закрываются, многие, наоборот, выстреливают до серьезных высот. И наша задача – построить точно такой же масштабный, прибыльный бизнес. Потому что, к чему я это клоню? Вы все знаете эту графику. Есть направления, да, есть так называемые зоны, в которых люди получают образование, в них растут, они получают способы и паттерны мышления,
кем я хочу стать. Многие мечтают просто быть, не знаю, там, трактористом. Это почетная профессия, все хорошо, но опять же, никогда тракторист не сможет заработать столько средств, как бизнесмен, если он не станет трактористом-бизнесменом. Дальше. Специалисты, врачи, адвокаты и зарабатывают хорошие деньги, но опять же, бизнес зарабатывает совершенно другие средства. Чтобы перейти в эту зону, нужно начать заниматься бизнесом. Но проблема вся в другом, что люди боятся заниматься бизнесом. Зачастую они просто не знают, как это делать. Поэтому 80% людей, у которых есть какая-то идея, они сразу ее отметают, и поэтому бизнеса не получается, они так и живут со своей идеей в надежде когда-то ее реализовать. 20% тех, кто все-таки осмелился и начал заниматься бизнесом, я потом объясню, к чему я это рассказываю. У них, у 60% попросту не получается, потому что они не могут перебороть свою психологию, они не могут применить те инструменты, которые нужны для успешного бизнеса. Ну и в конце концов у них просто не развит этот так называемый бизнес-ген, который дает возможность зарабатывать и строить прибыльную компанию. Так, секундочку. Дело в том, что бизнес, конечно, для чего человек хочет заниматься бизнесом? Прежде всего, чтобы реализовать свои желания, свои потребности. Не для того, чтобы просто чем-то заниматься. Даже зачем человеку деньги? То же самое, чтобы реализовать свои желания, потребности, чтобы исполнить свои мечты, ну и просто жить. Но дело в том, что чтобы стать бизнесменом, чтобы перейти в эти сектора, где действительно зарабатываются большие деньги, причем бизнес, он подразумевает не только работу, но и инвестиции. Просто поинтересуйтесь, сколько тысяч евро нужно инвестировать, чтобы открыть булочную, или прачечную, или заправку. Заправка – это вообще из области фантастики. А большинство людей думают, что они могут построить бизнес, вообще ничего в свой бизнес не вкладывая. Такого практически никогда не бывает. Ну, если, конечно, вы не изобрели вечный двигатель, который работает просто от света, и смогли его успешно продать, например, нашей компании. Итак. Здесь очень важно понимать, что у человека есть только два мотиватора. Два мотиватора – это страдание, избежание страданий и стремление к счастью. Это вот те два мотиватора, которые действительно нами двигают. И нужно здесь просто… Почему я это рассказываю? Дело в том, что все развитие, все обучение, весь успех, он идет через боль. Нужно преодолеть боль, только тогда мы начинаем развиваться. Нужно через нее пройти. И мы проходим, как компания, как люди, через много боли. Но это нормально, это природа экономики и развития. Но мы преодолеваем эту боль. И посмотрите, что происходит. Мы становимся сильнее, мы становимся больше, мы становимся, мы становимся другой личностью. Наша личность начинает расти. И это важно, потому что иначе мы будем оставаться на том же уровне, на том же низком, практически незаметном уровне. И здесь нужно понимать, что если мы будем оставаться на этом низком, незаметном уровне, ничего не произойдет, чудо не случится. Если мы только это чудо не сделаем сами, не выйдем и не сотворим его сами для себя. Пусть даже не для других, для себя, но мы должны это делать сами. И это очень важно. Очень важно в бизнесе быть другим. И показывает, что все такие, а мы другие. Не хуже, не лучше. Мы об этом вообще сейчас не говорим. Другие. И потому что мы другие, у нас свой путь, и мы им идем. У нас свои цели, и мы их достигнем. Вот почему мы делаем то, что некоторые вообще не могут себе объяснить. Боже, да что? Но потому что у нас другая стратегия. Потому что мы видим цели, которые по-другому никогда не достигнут.
нужно делать то, что правильно и ведет к этим целям. И вот сейчас как раз наступило время, когда мы эти цели четко сфокусировали, когда мы проработали шикарнейшую стратегию, которая ведет нас к успеху. И мы намерены стать и быть, и оставаться совершенно другими. Не лучше, не хуже. Другими. И у нас цели, которые, они не просто осязаемы, они реальны. И мы знаем, что мы их добиваемся и добьемся. И время показывает, что наша стратегия работает. Нам нужно просто ее усилить. Нам нужен взрыв, нам нужен прорыв. Нам нужно сейчас собрать силу и вылететь вперед. Понимаете, как самолет. Вот он набирает высоту, он тратит массу энергии, он шумит, он гудит, он пугает всех вокруг, он взлетает, и практически можно отключать двигатели. Он будет лететь с той же скоростью и обязательно долетит до своей цели. И даже если он начнет спускаться это не взлетать, это намного легче. Значит, если мы взлетим высоко и даже где-то спустимся, то это будет намного выше, где мы были до этого. Вот в чем преимущество той стратегии, которую мы сейчас придумали и мы сейчас внедряем. Мы намерены, сейчас, я просто это сейчас не вработал в графику, но вы это уже слышали. Мы намерены выпустить на рынок только 100 миллионов коинов. И больше 70 миллионов уже распределены. Осталось миллионов. Дело в том, что как и сейчас, вы все видели, что отключились мелкие пакеты за 100 и 200 евро. Ну и там с копейками. И сейчас мы слышим много голосов. Пожалуйста, включите снова. А многие не успели. Друзья, 10 месяцев было времени. У всех было достаточно времени, чтобы взять себе этот пакет. Дело в том, что у компании есть этапы развития. И сейчас мы перешли на следующий этап. У нас сейчас начинается настоящая гонка. Топ-лидеры, они заряжают все свои команды. Мы начинаем проводить буквально с этого месяца ивент за ивентом по всей Европе. Вот если кто в немецких чатах видит, что уже практически 25 мероприятий запланированы, и вот-вот начнут проводиться. Понимаете, какая волна пойдет по всей Европе, в частности по немецкоязычным странам, таким как Швейцария, Германия, Австрия, к сожалению, пока не участвует в этой гонке, но я думаю, она скоро присоединится к ней с таким же успехом. Мы работаем над тем, чтобы... Да, о чем я хотел еще рассказать в этом. Сейчас я объявляю вам ту же самую информацию. Друзья, в мае минтинг юнитов уже, скорее всего, не будет. Они закончат вот так же, как 100 и 200 пакеты, свою работу. Они будут уже все распределены, все 100 миллионов будут распределены у своих хозяев. И потом, кто опоздал, кто не успел, кто передумал, не до конца сначала убедился, а сейчас будут находиться в таком же состоянии, как сейчас, в такой же ситуации, как со 100-евровыми пакетами, их просто не будет, будут другие продукты. И единственный способ получить PLC будет только через биржу. Только через биржу, через официальные, и то, через официальные биржи, которые мы определимся, мы не будем оставаться на всех биржах, на которых мы сейчас, мы идем на новые. От очень-очень-очень-очень крупной биржи, которую вы все знаете, на которую мы в мае зайдем. Но опять же, это только сейчас короткий анонс. Я надеюсь, за это долгое время вы уже увидели, что компания точно знает, что она делает, что стратегия компании правильная. Можно с ней согласиться или не согласиться. Даже я не обязан всем нравиться. Знаете, кто обязан нравиться всем? Только наш курс на бирже или на MarketCap. Я хочу, чтобы наш курс был таким, чтобы он нравился всем. Пусть я не нравлюсь всем, пусть компания не, и бренд нравится всем, но курс на бирже должен просто всех
сводить с ума, и они должны восхищаться, и он должен быть реальным. И к этому мы идем, потому что мы точно понимаем, что чудес в мире блокчейна не бывает. Все четкая стратегия, проработанная, продуманная, грамотно использованная, исполненная. Именно поэтому мы сказали, чтобы увеличить доверие рынка к нам, что компания не придет и не начнет вбрасывать свои коины, которых у нас 600 миллионов, которые лежат все подотчетные, что компания не придет и не скажет, а вот давайте-ка 100 миллионов еще на рынок приведем. Для этого мы сказали, что все коины, которые бесхозные или неиспользованные, или вышли из минтинг-юнитов, будут сжигаться до тех пор, пока у компании не останется просто 150 миллионов коинов, которые будут еще и заморожены более чем на 10 лет, без возможности как-то их освобождать или смотреть. Опять же, мы будем исходить это из экономики, как это будет все происходить, что у компании не будет таких ресурсов, рычагов влиять на рынок, сбивая курс или там как-то по-тихому что-то продавать, чего в большинстве случаев опасаются все трейдеры. И это, конечно, приведет к тому, что рынок увидит, что коинов-то действительно ограниченное количество, что их нет так много. И мы, после того, как мы прошли успешно фазу 1 стабилизации, которую я показывал вам до этого, сейчас будет фаза 2, это рывок, это взрыв на биржах. Понимаете, нам нужно привлечь внимание. Вот еще раз. Я хочу, чтобы мы были вот в ближайшее время в топ-200. Не 1700, а в топ-200. Это первый шаг. Ну или в топ-300 пускай. Да? Чтобы мы были действительно в первых трех сотнях. Почему так? Но мы сейчас на 1700 каком-то месте, потому что нашу капитализацию не показывают. Но дело в том, что и тут есть хорошая новость. CoinMarketCap признал хоть не весь 1 миллион там с лишним коинов, которые на рынке, они признали сейчас 700 тысяч коинов, которые действительно находятся у людей. Не знаю, почему они не увидели там 300 тысяч коинов, но это сейчас даже не важно. После нескольких новых скринингов, я думаю, они увидят и намного больше коинов на рынке. И наша капитализация уже сейчас, сами посчитайте, сколько будет составлять $17 умножить на 700 тысяч платин коинов, которые были признаны. Мы ожидаем капитализацию минимум в $11 миллионов. Давайте кто-нибудь дружно посчитайте на калькуляторе, может это даже больше, может даже 14. И это мы уже в этой позиции. Но это шаг один. Моя цель – прийти в топ-10. Нам нужно сделать так, чтобы нас мир увидел, чтобы мир сказал: «Вау, ничего себе, ребята разогнались! Что это за рост? Кто это такие? Давайте посмотрим поближе». Давайте с ними работать. И наша цель сделать массовым коином, чтобы вы могли взять коин, пойти в магазин, купить что хотите и где хотите. И это, конечно, это все легко сказать, но как это сделать? И вот знаете, мы знаем, как это сделать. Мы сейчас этим и занимаемся. И я надеюсь, что все вы приедете к нам в Прагу, где я смогу показать нас, каким массовым коином мы стали, торгуем. Даже не те, на которых мы сейчас. Мы идем совсем в другую лигу. Совсем в другую лигу. Плюс, не забывайте, два наших сверхсекретных проекта, о которых все знают, но мы о них никогда ничего больше не скажем. Об одном из них написали уже газет, написали, что там кто-то что-то плохое знал, что регулятор сказал, что нет у нас никакой банковской лицензии и никакого платин коин фонда нет. И это все правда. Знаете почему? Потому что нам не нужна никакая банковская лицензия. Мы сдаем в аренду компьютеры и софт-лицензию. Все.
мы не продаем никакие финансовые инструменты или продукты. Нам, мы не говорим, что мы банк, нам это не нужно. Мы IT-компания, мы развиваем IT-solution, IT-решение, которое в данном конкретном проекте связано с блокчейн. Да, это так. Но помимо блокчейн у нас еще 17 проектов, которые мы вот-вот запустим на рынок, включая и маркет, и шоп, и социальную сеть, и мессенджер, и карты, и некоторые вообще нельзя вслух произносить. Вот об этом идет речь. И многие скажут, да ребята просто сошли с ума. Они сами не знают, что творят, они не знают, куда идут и что с ними будет. А я скажу, что мы знаем. Мы точно знаем, что мы делаем, мы знаем, куда идем. Там нет никого, никто еще эти проблемы не решил. А мы решаем. И знаете, у нас получается. Сложно, трудно, да, но получается. И люди в нас верят. И за нами идут сотни тысяч людей по всем странам. И это нас вдохновляет. Это вдохновляет меня лично. Дает энергию. И без разницы, нравлюсь ли я всем, но я хочу, чтобы наш курс говорил все за себя. Чтобы люди заходили на CoinMarketCap, и у них не оставалось ни одного аргумента. И если нам нужно пройти через боль, мы пройдем через нее, чтобы стать сильнее, чтобы стать больше, чтобы завоевать свое место под солнцем. Потому что я знаю, что мы все его заслужили. Мы его заслужили. Нам осталось его только взять. И мы идем сейчас в эти 4,5 месяца в Праге, дома, и мы возьмем все, что нам причитается. Все. И никого о разрешении не спросим. Просто возьмем и сделаем. Потом, все, я вам гарантирую, потом все ваши знакомые, все ваши друзья подойдут. Знаете, что компаниям, которые знают, чего хотят, знают, где их цели, куда придут и чего добьются. И мы создадим все условия для взрывного роста. Мы сейчас прорабатываем стратегию, и мы ее вот буквально вскоре полностью озвучим. Я на своих вебинарах все расскажу. Просто знайте, все, что мы делаем, это продуманная стратегия. Нужно, чтобы на CoinMarketCap нас увидели. Нужно, чтобы мир о нас заговорил. Сколько новых партнеров пришло к вам сейчас? Сколько новых людей, которые уже... Как говорится, все новое, хорошо забытое, старое, которые давно отвернулись, которые сейчас пришли и говорят, блин, я никогда, никогда не думал, что такое получится. Их десятки и десятки тысяч только за эти недели. Сколько бриллиантов поедут сейчас в Прагу за своими призами. Кстати, про бриллиантов. Друзья, наши бриллианты реально зарабатывают большие чеки. Зарабатывают как пассивно, так и активно. Как актив, так и пассив. Как в евро, так и в платинкоин. Просто посмотрите, сколько приносит бриллианту в среднем его ранг. До 30 тысяч евро и до 35 тысяч платинкоинов. Друзья, посмотрите курс. Умножьте его. Я вам говорю, что этот курс и будет тот, который в долгосроке будет находиться на всех биржах, на которых мы торгуемся. И не потому, что предложение ограничено, а потому, что экономика выстроена таким образом, что по-другому никак. Все коины будут лежать в боксах. Ни один здравомыслящий человек не отдаст коины из бокса, которые будут приносить ему доход, фиксированный доход, без разницы, какая экономика, какая ситуация на рынке, где какой кризис или еще что-то. Фиксированный доход и ему, и его детям, и его следующему поколению. И я вскоре, мы просто прорабатываем этот инструмент. И я вам вскоре покажу, как бокс может жить вечно. У вас те владельцы бокса, которые хотят, которые его получили право, я скоро покажу, мы прорабатываем. Еще не готов этот продукт, но мы подложим под эти боксы такой продукт, который позволит вам, когда он будет готов, чтобы боксы жили вечно. Но опять же, не будем сейчас об этом. Это сейчас музыка будущего, к которому мы идем.
и, ну, намекну, наш фонд играет очень-очень грамотную, хорошую роль. Ну, поверьте, что мы не просто так его делали, и не просто так его спрятали, не просто так мы его не оглашаем. Мы сейчас получили за него немножко по голове, что мы не сказали ничего, но он есть, он живой, здоровый, и он уже сейчас, ну, скажем так, его прибыльность составляет, ну, более 20%. Поэтому, что для нынешней ситуации на рынке, очень-очень хороший показатель. Но опять, мы об этом сейчас все дружно забыли, об этом не говорим. Мы скоро покажем. Мы его вам покажем. И вы увидите, насколько ценным является этот фонд для нашей экономики. Поэтому мы его оберегаем как зеницу ока. Ну и наши другие тайные проекты, у них точно такая же задача. Ваша задача – посмотреть, чего вы хотите, посмотреть, насколько сильно ваше желание стать бриллиантом. Если оно есть, нужно себя заставить им стать. Нужно определить свою цель – это май, это Прага. И там прийти на это мероприятие бриллиантом, голубым бриллиантом, зеленым, пурпурным, красным, у кого получится – черным. И забрать свою заслуженную премию. Я ее лично вам отдам. Итак, друзья, сейчас у нас уникальное время, потому что у нас идет акция. Эта акция навела какой-то фурор. Ее нужно было называть не World Convention, это нужно было называть, я не знаю, продюсер бриллиантов. Потому что как только включилась эта акция, бриллианты просто посыпались, как будто девушка несла бриллианты в руках, запнулась, и они у нее начали выпадывать и покатить. Вот такая вот ситуация происходит у нас каждый день. Несколько бриллиантов. Каждый день. Такого не было никогда. И я вижу, насколько комьюнити сейчас... Происходит эйфория. Происходит. Сейчас, конечно, есть немножко и страхи, и неуверенность, но я все их вам рассею. Вообще в этом ни в чем не сомневайтесь. Посмотрите, с какой уверенностью я об этом вам говорю. Дело в том, что наша стратегия, наш продукт, и боюсь сглазить, да, чтобы немного, но когда мы будем в Праге, вы просто посмотрите на то, что я вам показываю, и скажете «да». Это то, к чему мы шли. То, к чему мы так долго-долго с вами шли. Вспомните, какая была феерия в Дубае. Сейчас и сколько мы всего прошли, каких результатов. Просто представьте себе, каких результатов мы за такое короткое время достигли. Легко сказать, ну да, у вас там это, нет, там третьего, десятого. Просто нужно посмотреть, чего мы достигли за год меньше после нашего Дубая 10 месяцев прошло. Ну чуть больше, 11, наверное, сейчас. О, 11 месяцев. Еще один знак, который меня мотивирует. Итак, друзья, используйте нашу акцию. Используйте возможность заработать большие чеки, заработать большую премию в платинкоинах. Еще раз напоминаю, пожалуйста, уважаемые лидеры, всегда задаете вопрос. Все премиальные платинки, которые даются за ранги, выдаются только, исключительно на ивентах, подобных Берлину, Дубае или Праге. Это неписанный закон, но это и есть такая промоушен. Кстати, дело в том, что в Праге, скорее всего, я буду начислять эту премию в последний раз. Поэтому... Securebox, вы будете видеть, как сейчас те лидеры, которые минтят каждый день, за что вы старались, через что вы преодолевали свою боль. За это стоит бороться. Итак, друзья, большое спасибо вам за внимание. С вами был Алекс. Я получил несколько вопросов, и я хочу обязательно на них ответить.
Так. Вот партнеры уже думают, что будет через следующих 16 лет. Друзья, крипторынок, криптоиндустрия настолько быстро живущая, что тут планировать можно максимум на 2-3 года, и то с трудом. Что будет через 16 лет, зависит от того, как, насколько мы закроем наши основные глобальные цели подключения нас к финансовому рынку. Это наши тайные проекты. Как только тайные станут явные, и они будут работать и приняты рынком, я думаю, что и 16 лет это будет просто срок компании, который она успешно отработала. Когда будут начислены 10% и кому? 10% будут начислены всем обладателям боксов. Это очень важная вещь. Бриллианты, которые смогут поехать бесплатно в Прагу, мы опять же эти все условия озвучим. Это будут не все, потому что у нас есть такие бриллианты, которые этот год показали невероятные результаты и вообще уже не просто бриллианты, а какие очень-очень-очень-очень красивые сверкающие бриллианты. А все условия мы озвучим чуть попозже. Принцип компрессии. Какой принцип заложен в компрессию? Принцип компрессии заключается в том, чтобы партнеры, которые не проявляют себя, которые не активны, не делают обороты, не производят продаж, их будет система просто обходить и передать их оборот от партнеров ниже, партнерам выше. Тот, кто не работает, как говорится, тот не ест. Наша знаменитая, всем известная поговорка. Вот компрессия примерно и работает по такому принципу. Как работают пулы? Пулы работают просто. Определенные проценты от всех продаж размещаются в этих пулах. У пулов есть свои условия, мы их тоже озвучим. Тот, кто выполняет эти условия, он помещается в этот пул. Сколько человек в пуле, между ними каждый месяц разделяется та сумма, которая в этом пуле находится поровну. Включение 5 звезд, да, пока действует, возможно, мы оставим это надолго, но опять же, эта информация будет позже. Как можно будет увидеть сжигание монет по 50 миллионов и когда планируется первый этап сжигания? Первый этап сжигания мы планируем провести в первом квартале. Мы задействуем здесь такие, как сказать, доверительные источники с хорошей репутацией, которые подтвердят нам, что действительно коины были сожжены, плюс для этого есть специальная процедура, которая сигнализирует всем профессионалам, что это действительно произошло. Там так называемый блок 0, вы его все знаете, с ним можно сжигать коины. Опять же, как это работает и почему это 100% процедура, 100% гарантия, что коины сгорели, ну, мы это расскажем чуть попозже, когда дойдем до этого. Будем сжигать и дадим всю процедуру, все объяснения. Пока вам нужно знать, что они сжигаются. Нужны анонсы по последним изменениям. Так, да, у нас планируются изменения в связи с тем, что мы сформулировали сейчас челлендж от 5 до 10. Наша вся стратегия построена сейчас, строится на том, чтобы в долгосрочной перспективе, это значит к маю, в наших дэшбордах у всех стояло 10. Я хочу 10, я устал смотреть на 5. Не знаю, как вы, а я устал смотреть на 5, я хочу 10. Если это 10 будет во всех дэшбордах, то другого выбора нет у всех бирж, когда самолет будет снижаться ниже 10 евро, не спустится. А может быть, мы сможем в наших дэшбордах догнать и еще следующее число, о котором вы все также видите. И если мы догоним 50, то наш самолет не сможет спуститься ниже 50. Набрав такую высоту, мы очень есть большая вероятность, что мы задержимся и на этом. Да, там много факторов, много звезд должны сойтись. Но знаете что? У нас и так много звезд всегда сходится. По всем законам, по которым действует наш бизнес, мы давно должны были уже, не знаю, потерпеть. А мы его не терпим. Чтобы не сглазить, мы только растем и развиваемся.
И это потому что у нас есть такая замечательная комьюнити, как вы, которая нас поддерживает, которая имеет понимание к тому, что компании не просто, что мы действительно и как будто на настоящей войне. Мы выигрываем бой за боем, но эти метры земли, они действительно даются нам очень и очень тяжело, но они даются. И даются все. Шаг за шагом. И мы дойдем. Цель, она будет потом. Ну, она рассчитана не на год, не на два, и не на 10 лет. Вы же видите, что мы строим. Кому-то не хватает времени, чтобы сказать, да, у меня нет времени и терпения ждать. Конечно, ждать и догонять самое тяжелое. Но понимаете, когда вы выстраиваете что-то солидное и большое, и это что-то дает вам всю жизнь тепло и финансовую свободу, вы понимаете в конце, что да, это стоило того. Знаете, я смотрю просто на своих родителей. Я просто знаю, сколько сил, труда они вложили в меня. И теперь, когда, например, приходят к ним их внуки, они смотрят на них и понимают, что они трудились не зря. Что действительно то, что они вложили в свои, ну, скажем так, в свое создание, что оно приносит плоды. И что оно радует и согревает, и приносит счастье долгие-долгие годы. И точно так же мы относимся к нашей компании. Наша компания – это тоже наш ребенок, наше совместное дитя, которое мы вместе, ну, если можно так сказать, зачали, родили, сейчас заставляем его расти, да, оберегая и защищая от всего. И я вижу, как наш продукт, наша компания, она становится все сильнее и сильнее. И скоро она будет просто титаном на рынке. Кто бы что ни говорил, мы вместе этого добьемся. Компрессия по структурам. Когда мы собираемся в январе запустить компрессию, в конце января, в начале февраля, пулы. Презентация руководства вместе с топ-лидерами в разных странах. График как раз, график презентации руководства вместе с топ-лидерами в разных странах. Мы как раз этот график сейчас формируем и сделаем его общедоступным в кабинетах. Так, когда будет автовывод реферальных на кошельки в быстром режиме? Пока автовывод пока не реализован по определенным причинам. Когда увидим новые продукты компании, мы в наш квартал мы опубликовали roadmap, и следуя по этой дорожной карте, мы будем все больше и больше добавлять новых продуктов. У нас сейчас планируется два новых продукта, которые вот-вот уже мы начнем предлагать. Но опять же, все шаг за шагом. Сейчас не на новых продуктах, не на новых каких-то наработках. Наш фокус сейчас на нашем челлендже, на нашем вызове. Мы идем к десятке. Просто представьте себе, мы идем к курсу в 10, начиная с 10 центов. Мы просто это нужно проговорить один раз. Мы идем к курсу 10 евро. Это 10 000%. Понятно, что много новичков, которые зашли сейчас по 5. Это тоже 100%. 5 и 10 это 100%, а следующие 50 это x10, чтобы вы понимали, от 5 до 50. Но этот путь нам нужно сейчас еще пройти. Да, у нас, мы сказали, что до Нового года будет реализация 11, к сожалению, чуть-чуть помешали праздники, мы буквально вот с дня на день ждем информации от сторов, какова же судьба нашего мессенджера, когда же нам нажмут на заветную кнопку. Опять же, мы так же, как вы сейчас ждем, здесь нельзя этот процесс ускорить или поторопить таких гигантов Google или Apple. В нашем случае вот такая ситуация. Но опять же, работа проделана, приложение опубликовано, мы ждем ревью. Боксы, когда начнут рассылать друзья, уважаемый Максим, первые боксы мы отдадим на ивенте. Я хочу
испытать вместе с вами это ощущение, когда этот заветный бокс перейдет в ваше владение, в ваше личное владение, когда вы поймете, что эта технология теперь принадлежит только вам. Вам, вашей семье, вашим детям, внукам, которые будут еще долгие-долгие годы профитировать от того, что вы сделали. Это ваша личная заслуга для всей вашей семьи. Поэтому мы придаем этому нашему изобретению, нашему боксу такое большое значение. Но опять же, это только один из наших продуктов. Просто вдумайтесь, бокс – это только один и не самый большой из наших продуктов. Сколько продлится акция? До 25 числа я ее продлил. Используйте время, не слушайте никого, не поддавайтесь никаким негативным эмоциям или еще что-то. Вот как я здесь стою, мы сделаем то, что обещали. Мы сделаем то, что сказали. Мы выведем платину, платин-коин, мы выведем на то место, на которое оно заслужит. Оно будет красоваться в топ-10 на CoinMarketCap. Это я вам говорю. Мы выведем ее туда. Кто бы что ни говорил, кто бы что ни противоречил, мы заставим рынок подчиниться нашей воле. Мы сделаем все, что наша стратегия будет сильнее всех остальных. И мы подкрепим их нашей огромной инфраструктурой. Не будет у них выбора, кроме как не согласиться с нами. Смотрите, мы 10 месяцев ведем бой с CoinMarketCap. Скоро вы увидите результат. Мы до этого вели за листинг, мы вели с биржами, везде бой. Но по результатам, результат есть, мы побеждаем. Так будет всегда. Наша цель – май. В Праге я хочу видеть вас всех в публике. Итак, почему? А вот, почему курс на Йобити и на Битфорексе в два раза разница? Ну потому что на Битфорексе практически 1 000 000 в день прокручивается. Поэтому там очень сложно быстро всего достигнуть. На Йобити обороты не такие большие. Плюс там все-таки нетворковская комьюнити, которая и больше пробуют, больше, ну они... Сказать, это не те трейдеры, которые крутят обороты такие массивные. Тем более Йобит, это специфическая биржа. Дождитесь тех бирж, которые мы планируем в мае показать, и вы увидите, насколько привлекателен PlatinCoin. Тем более мы видим, как он уже привлек внимание практически всей комьюнити. Апгрейд закончится уже скоро, кошельки скоро можно будет монеты переводить. Опять же, друзья, не пугайтесь того, что компания предпринимает какие-то обновления, у нас что-то там отключается, у нас что-то там не выводится или еще что-то. Это нормальный живой процесс. Мы огромный сверхтехнологический живой организм. И да, у нас происходят апгрейды, нам нужно что-то улучшить, нам нужно что-то изменить. Но это делаем все с одной целью – сделать наш PlatinCoin большим и сильным. И чтобы все о нем говорили. Почему нет? Эфир тоже был никем, еще совсем недолго. И там, ну, еще раз говорю, и мы завоюем свое место под солнцем. Просто в связи с тем, из какой ниши мы вышли, с какими трудностями мы столкнулись, из кого состоит наша комьюнити, у нас свой путь. У нас он непростой, но он однозначный, только наверх. А вот здесь вот, смотрите, у меня 3300 монет. По 7-8 монет падает в месяц, 100-280 за 36 месяцев, а остальные 3000 монет... Айнаш, уважаемый Айнаш, все ваши 3300 монет в течение 36 месяцев после дубайского ивента, а это минус 1 месяц, будут у вас в личном распоряжении в вашем кошельке. Ничуть в этом не сомневайтесь, это будет именно так. Я работаю... Хорошо, давайте так. Сейчас такая информация, давайте дождемся, приезжайте в Прагу. И то, что я вам скажу со сцены, вас очень сильно порадует в этом отношении. Итак, друзья, давайте подведем итог. Сейчас мы идем по очень смелому и очень, я даже скажу, отважному пути, по которому никто никогда не шел. Никто никогда на рынке
Хэнки не делал то, что делаем мы. И именно поэтому мы будем успешны. Именно поэтому, потому что мы делаем то, что не делали другие, мы будем успешны. И мы видим, что числа показывают, что мы правы. Мы видим, что данные на рынке показывают, что мы правы. И люди, которые за нами идут, они увидят, что мы оказались правы именно в Дубае, я хотел сказать. Видите, я хочу Дубай, я хочу второй Дубай в Праге. Пожалуйста, приезжайте в Прагу, будет классно. Бриллианты. Становитесь бриллиантами. Почему? Потому что в Праге будет феноменальный Diamond Ball. Такого, ну, об этом будут еще долго говорить. Ну и, конечно, на саму конвеншн нужно приезжать. Обязательно нужно всем быть. Используйте акцию, закрывайте ранги, стройте команды, закрывайте, становитесь бриллиантом. Я хочу вручить огромный чек вам на сцене. Большое спасибо, с вами был Алекс. Мы сделаем то, что сказал Платинку. The time is now. Всем до свидания.